В мае 2001 года Григорий Петрович Гробовой создал произведение, которое называется «Учение Григория Гробового». Во введении Григорий Гробовой говорит: «Я написал данное учение для того, чтобы каждому был передан инструмент спасения в руки. Целью учения является научить каждую личность, научить коллективы, научить общественное объединение прежде всего спастись от возможной глобальной катастрофы и созидательному гармоничному развитию». В данном труде автор дает точные характеристики положения учения, направления учения, дает тезисы, показывает актуальность, способы и средства достижения цели спасения. В параграфе 3 раздела учения Григория Гробового автор говорит: «По разделам своего учения я могу сказать, что хотя различные там предложены варианты по управлению и, значит, по достижению какого-либо конкретного события, но в принципе все исходит из действий Создателя. И в связи с этим все разделы учения направлены прежде всего на то, чтобы уметь спасти себя и других, уметь гармонично развиваться так же, как это делает Создатель». В разделе «Здравоохранение» автор учения приводит конкретные технологии сознания с точки зрения спасения от возможных глобальных катастроф. Следующий способ, говорит автор учения, это управление по принципу преобразования реальности. Это то преобразование реальности, при котором вы видите фактически таким образом эту реальность, что она всегда созидательна. То есть вы имеете такой уровень реальности, который дает общие созидательные процессы на всех уровнях развития. То есть так надо воспринимать реальность. Способ легко воспринимается. Просто надо как бы постоянно находиться в этом состоянии. Это восприятие должно быть наработано у человека, чтобы оно меняло реальность в сторону созидательных процессов на всех уровнях. Авторские технологии из произведения «Учение Григория Гробового» являются той основой, которую человек понимает и воспринимает каждой клеточкой своего тела.